Сегодня глава Карелии и руководитель компании «Русский лесной альянс» подписали соглашение о взаимодействии. Теперь стороны будут совместно решать приоритетные задачи в сфере развития лесопромышленного комплекса республики. «Русский лесной альянс» – крупнейший производитель экологически чистого топлива в регионе. Компания реализует приоритетный инвестпроект по организации деревообрабатывающего производства. Общий объем инвестиций уже превысил 610 миллионов рублей. Согласно подписанному сегодня соглашению, предприятие должно предоставлять правительству региона ежеквартальные отчеты о проделанной работе, а также плановые производственные нормативы на год следующий. Что касается рабочих мест, то теперь «Русский лесной альянс» обязуется принимать меры по их сохранению, не допускать массовых увольнений работников, обеспечивать ежегодный рост фонда оплаты труда и принимать участие в реализации социальных программ. Обязательство берет на себя и правительство Карелии, в частности, принимать меры по обеспечению сырьем и стимулировать инвестиционную деятельность. Бизнес мы должны очень серьезно поддержать. Это, наверное, сегодня самая основная наша задача. В полном объеме мы сможем решить все социальные задачи, которые стоят перед правительством. То, что ожидает население, мы сможем сделать только в рамках ускорения развития собственной экономики. Развитие лесопромышленного комплекса – одна из приоритетных задач карельского правительства, отметил Артур Парфенчиков. Подобные соглашения планируется подписать со всеми крупнейшими организациями ЛПК региона.